Мы добрались до моря. И сейчас пойдем его щупать ногами. Действительно здесь 26 градусов. Опа. А я вот тут напрямую. Я еще не до конца разделался. О, какое море сегодня. Какие волны. Оп-оп-оп. Ой. Ой. Мишка, привет. Ой, как море. Море плюх-плюх делает. Кто соскучился по морю, ставь лайк. Вот так выглядит Архипасибовский пляж центральный. Вот там вот правый мыс. Вот здесь вот левый мыс. И мы ближе к левому всегда встаем. Опа! Мишек! Камушки кидать можно, да? Ну что, водичка теплая? И волны большие. Ух ты! Приятная тут водичка, но не прозрачная здесь около берега. Наверное, папа с Лизой пойдут вон туда плавать. В прошлый раз папа там плавал у нас. Что-то у меня сегодня сильно много стонет. Что ты стонешь, сына? Отказался он купаться, короче. Я уже искупнулась. Сидим сейчас с Мишкой около скалы. Смотрите, какая большая. Снизу вверх прям вообще большая. Шезлонги стоят. И вот там вот море. Саша пошел на заплыть. А мы с Лизенькой тут. Все неплохо, но в этом году здесь, короче, вход в море вообще жесткий. Здесь такой подъем каменный образовался, и через него нужно перескочить, а там дальше скользкие камни. Ау! Ты хочешь туалет? Да? Ну, сейчас пойдем, так, ищем туалет срочно. Мы уже накрыли пикниковый стол. Лизка, хочешь кадр? Полотенце накинь. У нас, как обычно, хлеб и колбаса. И газировка. И морсик. Но морсик не покажу, там Лиза. Привет, Лиза. Как купается? Хорошо, я еще хочу. Как обычно. Тут строительством занялись, да? Лиза, ку-ку. О, Миша разрушил. Миша разрушил башню, пока мы собирались ее снять. Мишка, ты зачем башню рушишь? А? Давай строй. А ты что рушишь-то, я же ее снимаю. Я еще раз построю. Вот так вот. Сначала большой, потом... А, вот Сашка, я падаю. Нет, нет, новый нет. Шедевр. Нет. Че, ты рушить собрался? Давай еще одну башню. Ты рушить будешь? Давай. Ну давай рушь. Пусть рушит. Миша, рушь. И Лизу порушил. Кидай в башню. Это не смешно. Давай. Бам. Весело? Бам. Все разрушили. Шо, я получила производственную травму. Вытаскивая Мишу из каменистого дна. А все потому, что торопышка, потому что волна сзади пошла, толкнула меня. А я начала падать, и чтобы Мишку не кувыркнуть в море, пришлось ударяться коленкой об камень. У меня теперь шишка. Так что пожалейте меня. А сейчас мы собрались с мамой туда вот дальше на пляж найти типа плотиков, чтобы заходить в море было удобнее. Смотрите, какой у меня жизнерадостный желтый плотик. А у мамы показывает, да, синий. Как матрас. Короче, сейчас будем их испытывать, получится на них плавать или нет. Мальчишки тут балуются. Смотрите, маленькая речка, типа. Вот. С холодной водичкой. Ну что, плотики испытаны? С плотиками круто. Мне нравится. Буду его теперь все время с собой брать. А я мокрая? Там у меня мокрые волосы, я выгляжу не очень. Ау! Ходят тут и предлагают фотографироваться. Я вам сейчас покажу верх идиотизма. Вот что они делают, смотрите. В тапках, в купальне, лезут на скалу, на которой написано «Осторожно, камнепад». Что они пытаются сделать? Сфоткаться или свалиться? А Саша пойдет сейчас испытывать более чистое море, которое нам обещали. Мы там с бабушкой пока плавали, нам дяденька сказал, хочешь чистое море, иди туда вправо. А туда вправо пару километров. Да? О, папа решил, а ты что, прям на этом бросишь? На берегу? Причиндалы? Рюкзак брошу, что там? Думаешь, кому-то нужно? А вдруг? Ну, короче, давай, поймай нам что-нибудь там. Вот интересно, как он будет слазить оттуда? Что будет? Как он будет оттуда слазить? По жопе съесть.
Он... И сколько он выпил перед тем, как туда лезть? Ладно, давай. Ты куда? А ты не туда. А он сказал, с той стороны. Короче, Саша ушел. Но в другую сторону. Да, папа пошел плавать? Не кидай камнями, не надо. А бабушка ищет ракурсы для съемки. Ты селфи делаешь? Ты крутая? Ты с бабой хочешь фоткаться, да, Миша? Скажи, селфи в бабушкином возрасте. Баба, пошли, говорит, плавать. Смотрите, где лазает Миша. Быстренько вам его покажу так. Он в трусиках, поэтому долго снимать не буду. Лазаем, короче, по скале. Она высокая-высокая. А мы с Мишкой оделись. И собираемся взять Лизу. И отправиться на лодочке. 15 минут сейчас будет Мишиных на лодочках. Пойдем. Пойдем, Лиза. Они одеваются, чтобы я могла поснимать их немножечко. Ух ты! Красота! Лиза, помаши рукой. О, Миша машет. Привет. Вот на такой лодочке Лиза катает Мишу. Одной крутишь, поворачиваешь. Давай, давай. Аккуратно. Жилетики на них одели. Все плавают, довольны. Вот сюда Мишка попросился. 100 рублей стоит 15 минут. Прикольно. Миска, плыви сюда. Вот так, такое вот развлечение на местной речке. Мишке очень понравилось. Он даже ради этого произнес слово «пойдем». Близко только не подплывай. Близко не подплывай, а то на мель попадешь. Миша крутит, да? А теперь туда, на глубину плывите. Вот это развлечение детям. Поплыли, поплыли. Они там вместе крутят. Ничего себе, Мишка. Мишка сам проворачивает, да? Ничего себе вы даете. А дяденька говорил, тяжело будет. Он Мишка крутит. Поплыли. Ну, там катамаранчики. Что только не дают. Вот еще стоят лодочки. Развлечения для деток. Мамы караулят их на берегу. Здесь еще рядом со мной стоит горочка, с которой дети скатываются в довольно-таки холодную воду. И здесь в речке вода холоднее, чем в море. Но детям нравится. Тянька сказала, что 45 килограмм нагрузка, говорит, должна быть на эту. А у нас вместе, наверное, они где-то 40, не, 57 килограмм. Он говорит, тяжело будет крутить. Не, даже Мишка справляется. Не только Лизка. С удовольствием плавают. Сейчас, наверное, 15 минут кончится, они еще захотят. А папа наш как ушел на заплыв, так до сих пор и не вернулся. А здесь природа, смотрите. Красота и пляж. Там где-то наша бабушка, вот там. И где-то там за скалой наш папа плавает. Народу много. Смотрите, а теперь Миша управляет лодочкой. Ай, молодцы! Плывут вместе. Миша плавает. Плавайте, пока у вас время не закончится. Плавайте. Пока маме делает вечер, мама помочит маме. Потому что мама должна тут стоять и ждать. Ой, там рыбки плавают, мальки, в водичке. Вот маленькая речка. А вот и мои любимки плавают. 15 минут, это, кажется, не слишком-то и мало. Мишка уже, по сути, накатался. Смотри только, чтобы он не кувырнулся. Окей. Вот плавают мои Лиза с Мишей. Плавают. Интересно, здесь на пляже предлагают только леденцы, вареную кукурузу, чурчхеллу и пончики домашние, и все, по кругу. Ничего другого не предлагают. Если вы в Витязево там предлагали, ходили холодное пиво, креветки, раки, то тут только сладости в основном. Если даже захочешь поесть, есть будет нечего. Смотрите на этот сосредоточенный взгляд. Лизка, ты устала уже? Нет? Такое ощущение, что устала. Такие все замученные. Мишка, по-моему, сейчас уснет его, укачает.
А, красотульки мои. Тебе нравится, Миша? Ура! Плавает Миша. И все время спиной поворачивается ко мне. Вот бы такую лодку самим иметь. После удачного заплыва надо немножко поваляться, да, Мишка? А? Отдыхаешь? Ой, он мокрый теперь. Вся футболка мокрая. Мишка, хорошо лежишь? Все, по-моему, он спать собрался. Саша укладывает сына. Мы будем здесь ночевать. А что, хорошо? Природа, птички летают. Смотрите, солнышко садится. Люди голые шастают. Вот эти, забава на парашюте. Прикиньте, поднялся в небо. И страшно. И все. Не спустят же, не домахаются. Будешь болтаться до конца полета. Если как с лодочками, вместо 15 минут 25, вместо 30 минут час. Катайтесь, катайтесь, мы уже пивка попьем. На улице темнеет, а мы потихонечку собираемся. А один тут принц датский не хочет одеваться. Потащишь его на руках? А? И Мишу. Ну так, все свое ношу с собой. Лиз, когда я тебя сзади поправлю? Тут вот Лизка оделись. Так, бери рюкзачок у папы. Ну, твой. И мой плотик ты просила не сдувать. Вот и тащи его теперь. Бабушка тоже собралась. А Лиза сказала, мама, не сдувай, я его понесу. Буду спать на нем. Ты точнее. Считаешь, что так? А ты считаешь, что нет? Да ладно, ты же не голая. Ну, все равно не нравится. Ты же не лекцию читать собралась. Мне не нравится. Не помещай меня так. А то бы не буду сниматься. Там 2 секунды. Пинс-пинс. Лизка уже спит? Да, Мишка? А? Миша, одевай так и пошли. Думаешь, бабушка согласится, если ты на нее положишь подушку? Кто-то тут допивает коктейль. Все, закат. Смотрите, огонечки там всякие разные появились. Вот, да, вычеркнул. Да, отпусти его. А нафиг он нужен? А?